Лаврентьев. Бабушка, а кто такой Лаврентьев? Михаил Алексеевич Лаврентьев родился в 1900 году в Казани в семье преподавателя математики. Начал среднее образование в Германии, а закончил в Казанском коммерческом училище. Окончив физмат в Казани, переводится в МГУ, где, будучи аспирантом, попадает в математическую школу профессора Лузина для талантливых студентов. Талант довел Лаврентьева до Парижа. В 1927 году он отправился туда в командировку, чтобы писать научные работы. И произвел столько, что, вернувшись в Москву, стал доктором наук в защитной диссертации. В годы войны Лаврентьев занимался созданием снаряда, способного пробить самую прочную броню танков противника. О, а еще Лаврентьев стоял у истоков создания советской электронно-вычислительной машины. Михаил Алексеевич работал над теорией взрывов и много преподавал. Но ученому хотелось чего-то больше. И он выдвигает идею создания научного центра в Сибири. Так и появился наш академгородок, место для которого Михаил Алексеевич выбрал, взобравшись на сосну. За это удостоился высокого звания – почетный житель Новосибирска. Лаврентьев не только двигал науку, но и обеспечивал ее кадрами. Создал физмат и химическую школу и Новосибирский государственный университет. Академгородок прославил Лаврентьева и Новосибирск на весь мир. Имя академика носит проспект в Академгородке, Институт гидродинамики, физмат, школа и 103-й лицей. Улицы его имени есть в Казани и Долгопрудном. Именем академика названо научно-исследовательское судно. А на Алтае и Померии есть горные вершины имени Лаврентьева. В 1979 году Международный астрономический союз зарегистрировал малую планету номер 7322 в честь выдающихся математиков Михаила Алексеевича и его сына Михаила Михайловича. Удивительный человек Михаил Алексеевич.